Выполним более яркий и стойкий макияж губ. В качестве подготовки я буду использовать бальзам Фоэт. Он в формате стика, что очень удобно при нанесении в течение дня и гигиенично. У него легкая тающая текстура, нежный аромат кокоса. Также он содержит ухаживающие компоненты, что позволяет не только увлажнять кожу губ, но и защищать в течение дня. Этот бальзам подходит для всей семьи. Переходим к нанесению цвета. Мы выбрали матовую помаду в 01 оттенке. Она также в формате стика. И начинаем нанесение с контура, с галочки над верхней губой. Очень удобно, что вы можете как прокрасить контур, так и комфортно заполнить губы. После того, как прокрасили галочку, переходим к заполнению губ и соединяем с уголками. У этой помады очень мягкая бархатистая текстура, она не сушит губы, не растекается в течение дня и держится очень стойко. Поэтому она идеально подойдет для особого случая. После того, как прокрасили верхнюю губу, переходим к нижней и также начинаем с прорисовки контура с центра и заполняем цветом. И переходим к уголкам. Остались последние штрихи. Можно немного приоткрыть рот для того, чтобы прокрасить уголки губ и проработать все детали. В случае с красной помадой это очень важно. Все, макияж губ готов. Матовая помада представлена в 6 оттенках. 01 – классический красный, 02 – выразительный нюд, 03 – спокойное золото, 04 – розовая пастель, 05 – сочный виноград и 06 – сладкая ягода.